В нашем городском округе, а также в соседних муниципалитетах продолжается набор военнообязанных, направляемых в места дислокации в соответствии с задачами, поставленными в указе президента Российской Федерации по частичной мобилизации. Сегодня военный комиссариат городских округов Щелково, Фрязино, Звездный городок и Лосинопетровск городского округа произвел очередную отправку мобилизованных граждан вооруженных сил Российской Федерации в одну из воинских частей для подготовки и переподготовки по военно-учетным специальностям. В первую очередь призывают тех, кто имеет военные специальности стрелков, танкистов, артиллеристов, механиков, водителей. На призывной пункт являются и люди очень важных профессий, в том числе и в мирное время. Наш земляк Михаил Мельников, сотрудник организации, занимающийся вопросами обеспечения в муниципалитете спасения людей в чрезвычайных ситуациях. Он техник-спасатель. Позвали, пришел. Мне бы поддержать пацанов, в чем нет. В воинское звание гвардии сержант. Я думаю, пора уже Украине показать, что такое Россия. А то они уже надоели. Наши бомбят да бомбят. Служил я на автобазе ремонт боевых машин. В военкомат приходят и добровольцы, не дожидаясь повесток. Что скажет командир, то я буду делать. Я рядовой. 14-15 год. Я на год уходил. Вот справа от меня находится жена, моя мать и моя дочь. Ну и дедушка. Вот просто здесь и все, без слов. Ради них. Для мобилизованных слова напутствия важны, особенно от самых близких людей, от жен, отцов, матерей. Ну что говорю, терпение, чтобы товарищ не подвел. Ну все, что надо, что, ну, как полагается, чтобы все делал, все выполнял. Тяжело, ну ничего. Я сама военнообязанная, медик. Звание прапорщика. Что еще сказать? Все хорошо, все будет хорошо. Мы победим. Русский человек никогда не погибнет. За нами. Правда, честность. Мы, славяне, добрые люди очень, отзывчивые. В беде никогда никого не оставим. Тем более народ Украины. В военкомате наступают последние минуты прощания. Мобилизованные из военкомата направляются в пункты будущей дислокации и учебной подготовки. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.